Я буду разговаривать. Не понял. А, извини. Вообще, играть по ним. Что вообще не понимаю. Пинок. Зачем? Не понял. А, это такое стоит. Что это делает? Танца. Айс танц. Лишь powerful strike. Окей. Там будем так. Так, а где это сделал? Надо только идти. Не убили вас. Почему двери закрылись? Come back if you want to leave. Okay, so I don't know. Какой-то портал. Блин, догадывайся. Кого догадывайся? Все засрало. Или она убирается? А не, это пропадает походу. Что ты делаешь? Тихо, отпусти. Вот.
что, 5 ворот открыли? Сколько можно? Простите, что? Не могу. Я красавица. На себя сам что ли застанил? Ё-моё. У меня, блин, нижний сток. Я на нижний сток. Вау. Чем я там замолезу где-то? Лайтин. Место может там.
Да, ну что-то, конечно, хорошо. Тебя не моя лучше. Потом на... 29. 26. Амарита. Water damage. Familiarity. Ну что, защита не... Close combat damage. Рыбка хорошо, но... Вот фамильярти бонус непонятно. Я не знаю, что это или нет. Это... Троп. Ладно, троп. Ну что вы думаете? Дальше все. Что-то плохо помогает. Дает одну волну, а тут две. Делаешь. Надо за ним понаблюдать. Я все берусь, приберусь. Привет, Олк Лаз Пайсан. Отлично, понял.
Это звук был. Я урон не получил, а звук был. Отлично. Игра. Ну, постепенно начинаю ходить во вкус. Так что сейчас хорошо игра. Очень злая игра. В плане босса. Но не только босс. В плане стана и урона очень злая игра. Вау, блин, я-то думал такого себя. Ну, после ДС все не то. Мне лично после ДС все не то. Меня как видишь только в самом начале, если я правильно понимаю. Я надеюсь, что это только в самом начале. Я убил 2,5 боссов, если считать туториал. Думаю, то он один. А, вот эта штука дает 2 взрыва. Три даже взрыва. У меня от управления ДС подгорало. Мне очень неудобно. То, что в ДС я привык блокировать и при этом кувыркаться. Тут если нажимать эти кнопки, получается полная фигня. А я постоянно нажимаю. То есть я постоянно переключаюсь в нижнюю стойку. Вот опять я в нижней стойке, хотя этого не заметил даже. Это как бы малая беда. Другое дело, что он вместо уклонения переключает стойки. Короче, надо привыкать. Надо привыкать. PSE? PSE это что? Я не шарю. Я плохой геймер. Целых 2 игр? Что ты взял? Блин, хвост, конечно. Вау, он еще и кислотой кто-то дышит. Опять хвост. И все, я труп. А не, не труп. Я думаю, на стамина вообще не будет останавливаться. PlayStation Experience. Можно сказать, что они выпустят 2 игры, но они будут только на PS. Не, вообще PS, это будет обидно. Блин. Что ты делаешь? Что он делает? Стамина.
Плохое место. Какой вид? Может, не будет только на Sony, по-любому будет что-то вкусное? Так откуда ты узнал, что две игры? Так. Надо тут эти... Якай... Ялмы в сторонке ставить. Чего он меня ударил? Хвостом, что ли? Блин, опять говно. Ты... Я увлекся. Про роботов. На самом деле мне пока ДС хватает. Это я так в него решил поиграть, чтобы отдохнуть от ДС. Просто потому что если каждый день играть, все-таки надоедает. Если не каждый день, то нормально. Что он делает? Что ты делаешь? Блин, опять он... Это что-то новенькое. Понятно, короче, да, там долго перед ним стоит. На PS4 играешь из-за платины? Что такое платина? А, блин, извини, не прочитал все. Слухи ходят. Это хороший прогресс. Спасибо. Спасибо. Я как бы не стараюсь особо быстро его убить. Просто играю. Обычно я в этой игре босса убиваю разве так с 20-30. Очень, очень долго. Не, не надо подсказывать, спасибо, но не надо. Я сам разбираться. Так, тут одно, одна клякса будет. Вот. А тут он... прыгает. Блин, он опять встал. Стоп, он встал и прыгнул, что ли? Он прям как Ава из DS2. Эти два удара. Ава разве что хвостом не била. А я не понял. Я думал, я собью ему стамину. Вот я не разобрался. Как она иногда у боссов моментально пропадает. Понятно. Отлично. Так,
Блин. Ну да, я понимаю, что когда встает, надо отбегать. Проблема в том, что я не знаю, когда он встает. В этой игре просто недостаточно. Недостаточно знать, что тебя убивает. Потому что слишком быстро убивает. Надо как бы всю предысторию смотреть. Как меня первый босс своими шариками задолбал. Вот у меня привычка СДС, что если босс там кто-то себя мудрит, он говорит о том, что я сейчас сделаю эту атаку. И только когда он уже делает атаку, там бросок или что-то такое, тогда уже надо уклоняться. А в этой игре не так. То есть вот как Манус. Манус замахивается посохом. Тогда это как бы на старт внимания маш. И надо ждать, когда он начнет опускать боссах. И вот когда он начинает опускать, тогда уклоняешься. А тут надо уклоняться до того, как он начал опускать, грубо говоря. И это очень непривычно. Да, я знаю, что в черной фигне стамина не восстанавливается. Блин, эту ошибку я уже делал. Раз, два. Я только раз. А, вот. Я путаю его дыбы. Дыбы дают одну молнию. А когда он трясется, он дает три молнии. Открывайся. Вот, теперь он трясется. Задержка, что ли, была? Отлично. Что делать? Хвостом? А, он опять с собой машет. Надо его как-то на ближние атаки провоцировать. Нет, блин. Опять забыл. Я еще увлекаюсь. Тут очень много ударов подряд надо наносить. Я увлекаюсь. Если бить по одному удару, тогда умрешь. Вот старость, как умрёшь босс. Особенно, когда он прерывается, кажется, что все нормально, безопасно. Я постоянно на это ведусь. Блин, опять равно. Да ладно. Еще тут нет эйфреймов, как я понял.
Я одно использую. Зачем мне два оружия, если они скалируются по-разному? Вообще я выбирал катану. Или что-то вроде, уже не помню название. Отлично. Но какой смысл использовать второе оружие? Мне достаточно одного. Мне интересно, как бы, полностью из одного все выжить. Ну, мне интересно, как бы, с Виром особо экспериментировать. Мне интересно именно смотреть на мобов и уклоняться. А чё? А, он уже восстановил. Вот я чёрная гадость стоял. Восстановился. А не понял. Сейчас не понял. У него ж мало стамины. Точно так же мне не хочется блокировать, просто потому что мне не нравится. Короче, я люблю себе усложнять жизнь. Так, два раза и все. Не дай трясется. Вау. Наверное, надо использовать. Да, хорошо использовал. Просрал немножко. Опять. Понятно. Круто, что ты его завалил за 8 раз без блоков. Тут без блокирования, как я понял, сложно очень. Но успел. Я всегда, когда хочу почистить эту черную гадость, он меня убьет за нее. Раз, два, три. Да ладно. Они многовато ли? Что ты делаешь?
Что это? Что это? Что это? Это что-то новое или... А, это он прыгнул. Может, это старое. У меня закончились силки, отлично. Не надо было там пилиться. What? What? Господи. По-моему, он немножко разозлился. И опять в нижней стойке. Вот же ж. Я бы, наверное, уже убил, если бы я был бы средний все это время. Блин, опять. Уходи, уходи. Понятно. Так, что ты там мне писал? Этот неблокированный чистил. Я так понял, чистить — это основная механика. Я не люблю дальние оружия. И поэтому я и ниндзя, и магию не использую вместе с луками. Так это вообще мне не идет, таких играх дальнее оружие. Мне нравится ближний бой. Поэтому я вообще взял самое короткое оружие. Оу. Наверное, теперь страдаю за это. Опять у меня нижняя стойка. Так, трясешься. Раз, два, три. А это что? А, понятно. Почему у меня 6 хилок? Мне уже 6 хилок? Ты кричишь, господи ж боже мой. Я не понял, ты ж уже это делал. О, черт, он два раза на дыбы встал.
Всегда начинаю с двух атак вот этот. Я не понял, это двойной разворот что ли? Вроде как один раз уклонился. Вот. Вот я иду. Опять, блин, у меня нижняя стойка. Да что ж такое? Не хочу лечиться. Бегу. Черт бы тебя выбрал. Понимаете? Заборами. Опять о нижней стойке. Простите, что произошло? Все равно становится все стамина. Даже так можно. Можно сразу стамину сбить.
когда он становится, ему можно стены убивать или что? Или как это работает? Блин. Когда он становится со стамином, его можно прервать. А когда без стамина, нельзя. Что-то странно происходит. Опять нижний стамп, отлично. Теперь ничего не получается. Давайте мы... Дайте нижний стол. Как я вообще это делаю? Вроде бы на кнопку переключения стоек мне вообще нет смысла нажимать. А, вот. Что-то чищу. Нажимаю на эту кнопку. Блин, я фигню делаю. Четыре, что ли? Опять я нижний стойки. Грёбаный стоит, как же мне это без этого. Да, 4. Куда 4 происходит? Тут можно было его прервать, походу. Нет, он не прервал.
Вот убирайся из своего угла. Да иди нафиг с своими заборами. Блин. Что, по крыше бьет? Даже так? То есть под крышей можно прятаться? Вот же ж. Какого черта? Какого черта?
Я что, медленнее двигаюсь? Блин, я медленнее двигаюсь. У меня молния попала или что-то такое. Только сейчас начал это замечать. Происходит. Отлично. Раз, два, три. Серьезно, блин? Лол. Это в нижней стойке. Вот всегда прокатывало. Две комбинации провести прокатывало всегда. А тут он раньше почему-то начал. Может потому что это последняя стадия? А может я просто прочитал. What the hell? Отдайте мои души! Да, будильник. Отлично. Это было интересно. Да уходи ты же. Это то, о чем я говорю. Предсказать заранее нельзя. То есть надо знать, что спустя какое-то время он вот так тебя может убить. То, что он стоит на дыбы, это слишком быстро, чтобы отреагировать. Особенно если ты уже атакуешь. Вообще никак не отреагируешь. Это в нижней стойке.
я жив, я не знаю. Я открыл. Я... Что я делаю? А где твои зубы, чувак? Где моя? Где моя петух? Не успел. Убей меня уже. Серьезно? А, или как это закончилось? Чего стамины не было? Будет смешно, если... Да, если его сейчас убью, было бы смешно. Поэтому мы этого не буду делать. Опять я в нижней стойке. Господи, боже мой.
Скоро буду жаловаться на разработчика, который придумал эту фигню. Как я вижу строки? Нет, 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 блин, нет! Ладно, я понял, что его надо прервать, потом он молния кастует. Потом он трясется. Молния-то он сюда кастует. Далече бегаю, как у меня, так и бегаю, как бы не очень далече вроде. А там был ключ от каких-то ворот, я их не нашел. Слушай, мне скажи, как. Блин, блин. Как сделать так, чтобы когда я очищаю ки и хочу вернуться сразу после этого, у меня не переключалась нижнюю стойку? Как вообще это происходит? Вот я в средней. Я очистил. Это надо отпускать. Надо отпускать. Это супер сложно. А какая разница, какая раскладка? Кнопки же нельзя поменять. Если одна кнопка очищает ки и переключает стойки, это же всегда так будет. Не очищает ки пульс и переключение стоек. Одна и та же кнопка в любой раскладке, разве нет? Ничего не понимаю. Молодец. Двадцать первый пункт на пухе. Скиллы ты имеешь в виду? Вроде накачаю немножко. Про какие пухи ты говоришь? Отлично. Когда мне надо его бить, я его не бил. Рядом флеш, нормально. Уже лучше, чем позавчера. Но я сосу в этой игре.
Ну, в принципе, я не жалуюсь. Это расслабон. Это... Блин. Чтоб я успел? Теперь ты успел, но нифига не использовал. Отойди! Назад! Навыки, ты вот эти имеешь в виду? Двадцать один скиллпоинт, да. А, не потрачен, ну тут больше нечего тратить на кнопку. А мое оружие больше нечего тратить. Тут надо миссии заходить. Или стоп, или... Вот это за... А нет, это просто... Просто обозначение. Стоп, или там внизу еще есть? Что внизу есть? И вырываться, когда вы полностью в основном языке. Ладно. Вот этого я не знал, что тут еще внизу есть. Риски пульсус. И win when dodging. Не знаю, что это. Но звучит хорошо. Dodge and reposition. Я не понимаю. Какие-то странные вообще навыки. Как бы сейчас же тоже я могу использовать кипульт и задоджить. Спасибо, что сказал, кстати, Хрюнда. Я бы не заметил, что тут есть вторая страница. Так это потом. Использовать кипульс даже когда должен. Стоп, или когда я доджу, он автоматом делает кипульс. Вроде нет. Кстати, приключился в стойку. А вот сейчас я не могу. Кстати, какого черта? Какого черта я не уклонялся сейчас? Я тебя сейчас что-то... Что-то за... Испортил? Enables you to use key pulses even when dodging. What the fuck does it mean? Почему я кручусь? Теперь как будто бы мне нужно подождать сначала. Да, он тупо игнорит мой додж. Или не игнорит. Тупо игнорит мой додж. What the fuck happened? Можно эти навыки как-то убрать? Походу нет. Play move. А слабо на муви показать полоску и...
Что мы показали? Что используя это. Короче, я восстанавливаю стамину, и он немножко отходит назад. Наверное, в этом и проблема. Поэтому я не могу доджить обычным образом. Разве с дэмэдж это хорошо, конечно. Если выучил это, то еще дочь. Вот эту штуку можно. Южный пульс. Отменить нельзя, походу. Она сайт. Ага. Так, вот эти пассивные навыки тут не пишутся. Только активные. Гарпл. Да, то есть сейчас я не доджу. А чё, я не могу уклоняться? Вроде могу. Ладно, черт с ним. Ну что, вот это вообще непонятно. Звучит хорошо, но на деле непонятно. Lost Dance Performance, ты сверки. Значит, теперь в средней стойке тоже фигня должна быть. То есть... Ладно, но... Да ё-моё. Опять посадили моего петуха в клетку? А нет. Это раз норм. Не понял, а где сбивание? Я же его прерывал раньше. Когда он трясся. Это из-за собачки тут гроза постоянно в этой зоне. Она и при просыпании делает это. Да, он устанет, нельзя прервать. Он не вставал, он трясся. Может, я чего-то не заметил? Но он встал, я подождал, потом он начал трястись, и тогда я начал атаковать. Возможно, я чего-то не заметил.
Вот он встал. А теперь он трясется, и я его прерываю. Не нравится этот навык. Ладно, надо привыкнуть сначала. Задничу. Блин, раз, два, три, четыре. Не вставай, не убивай меня. Блин, не успел. Не умирай, не умирай. Вот это у меня нижняя хреновая стойка. Изи. Смотри, прокачал скиллы и начал 3 раза сильнее мочить. А причем скиллы? Скиллы на уклонение качал. Сильнее мочить, наверное, начал, потому что отдохнул и, собственно, я начал знать. Я узнал, что его можно прерывать. Стамины у мобов и боссов тоже. Не, ну когда стамина у него кончается, он не обездвижен. Ты убил моего фамильяра. Тут больше ничего нет? Ну не знаю, но урон-то я не качал. Заметнее удар, возможно, потому что вот, я постоянно переключаюсь в нижнюю стойку, потому что я использую ки-пульс и уклонение. Они в сумме дают нижнюю стойку. Я хочу в средней стойке. В этот раз, по-моему, у меня получалось в средней стойке находиться. Так, вы не агрессивный, дамочка? Зачем вы стоите так, как будто хотите назад? この地を守護する一階の陰陽師にございます。以後、その過ちは先ほどあなた様が打ち倒し、何やら起こっているようですが、あなた様自ら、その怒りを鎮めることもできましょう。難しいことはありません。怒りを称える相手への謝罪を。 Я тебе не покажу. Я не хочу показывать. Я вряд ли. Что это еще есть? Ничего.
Но меня хочет магии научить. Похоже, если не покажу, ничего не случится. Так, и чё? Gesture. どうやら機嫌を直したようでございますね。言葉を持たぬ者は行いや仕草で相手を知ろうとします。覚えておけばきっとあなた様のお役に立つことでしょう。А, это нам намекает на то, что против агрессивных магов тоже же могут быть помощь. Дальше ты не выживешь. А, вот Да-да. Раньше я не мог это подобрать. Так, одежды новой нет, правильно? Два и пять. Я можно было тут 2,5 натянуть. Наверное, 30 нормальный вес. 3,7, а сейчас у меня 2,3. Ничего нет. 1,2. 1,1. Я могу шляпу поменять. Я буду давать плюс 13 жизни. Нет, плюс 13. Bow damage. Спасибо. Bow damage тоже. Лол. Защита от паралича. Я думаю, это конец миссии. Внимание. А можно мне костер, чтобы души потратить? Мне надо вернуться на тот... О! Не надо такие вещи подсказывать. По механике что-то подсказывать, типа сочетание кнопок. Если я не знаю. А по миру не надо подсказывать. Хочу сам находить или не находить. Так, это дает плюс один. Короче, второй всегда лучше. Здоровый как бы дает skill point. Нет, я не замечал человечка. Так, вот уже под камень. А, это тоже дверь.
две двери и никто не мог назвать. Тоже красиво. И тут статуя вообще стоит. Защиты у меня нет, когда я делаю. А куда? Я нашел новую тонкую. Они все хуже мои. Вот этот вот урон, он показан уже с учетом фамильярности? Наверное, нет. Могу их ломать. Кнопка. Зачем там двери, если тут всего дофига? А, или это ловушка? А где ее активация? А вот это, наверное, кнопка активирует. Ну, видимо, почти получилось. Даже дважды можно активировать. Выглядит как новая зона, но по сути это же та же самая миссия. Очень непривычно в пределах этой игры. И на самом деле очень радует. Да блин, ловушка. Думаю, что если я один раз ее активировал, то все. Но нет. А там, наверное, были шорткаты. Я их не открывал, на самом деле я их не мог открыть. Просто бихел баш. Пампала. Я забыл здесь. Вот красавчик. Отлично. Не понял. Чего ты так пахаешь много? Какой-то модный? Понятно. О, ты меня даже не убил? Он меня даже не убил. Что-то новенькое. Никаких материалов. А тут еще больше нет. Человечек.
Забыл. Что это вообще было? Это я... Нет, вот это я кручусь. То есть, когда я... Когда я доджу, я устанавливаю ки автоматом. Да, походу, да. Теперь я понял. То есть додж это как новый ки-пульс теперь. Надо ждать сначала. Ага, похоже. Сколько вар? Ну ты супер медленный, да? Медленный и суперсильный, наверное. Это еще умеешь? Умеешь один размахать, не по двух. О, норм, урон. Стамина у него бесконечная, конечно. Это не умер. Так, что это за ловушка, мне интересно? А, точно такая же? Неприятная ловушка. Значит, можно вниз, можно вверх. Мы вроде сверху пришли. Поэтому лично пойти наверх почему. Но это абсолютно новая дня экостер, кстати. Эта зона намного больше, чем я думал. Почему я тут видел костер? Пар. Отлично, задолжил. Это заведение костра было. Я перепутал вот эту лампу с костром. Наверное, перепутал. Кто-то открыл уже сундук. Что меня напрягает еще в этой игре, то что стены однообразные. Во всех зонах все локации однообразные и очень легко заблудиться. У меня ощущение, что я тут был. Потому что я тут был. What the hell? Черт. Тут я был. Сначала локация решил, короче. Это хорошо, я, значит, ничего не пропустил. Но странно, что... Что там были мобы? Куда они взялись?
это выглядит страшным. Ну, хранят сундук, что ли? Прикольно скачет. Что ты пытаешься сделать? Ну, как будто огнем дышит, но огнем не видно. Чтоб я его убил одним ударом? Что это вообще было и почему? Это баф, что ли, был? Баф на оружие? А ну штука. Теперь есть костер. В принципе, причин не садиться на костер нет. Моба. Забавно, прикольно. Почему мой скилл не дает прирост урона? Это очень странно. Это то, что оружие скалируется от скилла. Маловато. Ты, кстати, есть тема, что ты поднимаешь. Ну да, но мне сейчас на уровень очень много не хватает, так что там один мужик стоит. О. Привет, мужик, я ж тебя вижу. Лошадь стоит. Блин. Такое ощущение, что вот в начале мобы меня ваншотали практически. Сейчас они уже не ваншотают. То есть как будто урон мобов не меняется в течение игры. Это очень странно. Я уже заблудился. Я отсюда пришел. Сначала надо тут разведать. Привет, красавчик. Кстати. Блин, надо было ближе к нему это делать. Бомбардирует. Вот это лестница? Нет, не лестница. Чует. Ходи, из этих чуваков должно что-то падать, да? Привет. Вау.
Вообще ощущение, что даже меньше мобы урона наносит по ходу игры. У меня, конечно, броня, наверное, получше стала, но не настолько же. О, там какая-то фигня. Меня кто-то заметил? Ты не поднимешься? Серьезно, надо это все обходить. Кто? О, а ты откуда взялся? Ну вот сундук. Ну это что за подозрительная лестница? Никуда. Я от нее даже запрыгнуть не могу. Лол. Так, там значит есть проход. А, ну вот. Там много чего есть. Тут есть лучник. О, не только лучник. Еще стена закрыта. Этот дурацкие мобы вот это. Совсем неинтересно. Опять какая-то сила. Там эта сила как раскроет все двери и будет мне взлететься. И тут можно пройти, и там можно пройти. Это плохая помпа. Кстати, почему тут так могил мало? Он... А вот и могила. Больше ничего нет. А, мимик. Жест. Кажется, мне не нравится этот жест. High-five. Ему не нравится хайфай. Ой, ё. Чем ты там насрал, мимик? Вирус возмущается. Девять тысяч с него упало. Неплохо, неплохо. Так вот, да, я та же лестница, по которой я мог спуститься просто-напросто. У него просто падает дроп. Ну ладно.
Блин, то столько разветвлений, что просто потому что-то пропущу. Это что за дети? Красных костров? Я не знаю, что это такое красные костры. Так, тут в этой комнате ничего нет, кроме озера? Дальше такое. У меня в скайпе кто-то хочет. Прям два человека хотят. В этом веке. Так, ну ладно. Где там еще было? С другой стороны все было. Красный. А! Да хороший дроп. Я понимаю тот дроп, который там написан. Ни на одном костре я еще не нашел тон. Твоего оружия ни на одном костре не видел. Поэтому мне их дроп как-то. Если там не будет моего оружия, нафиг мне этот дроп нужен. Где этот парень? Это ты бросаешь? А, кто он бросает? К сожалению, то ли у меня очень редкое оружие, то ли что. А я, кстати, к этому парню не ходил. Пусть и продать. Я не люблю этим этой торговлей заниматься. Мне это не нравится в этой игре. Я, чувак, ты тут как? Я про тебя совсем забыл. Я тоже умею махать, клацать бездумно. Смотри, как наклацал хорошо. Лол. И чё, и всё? Амулет. Стоп, или это какой-то новый амулет? Удача. Удача, это конечно хорошо. А еще вот это. Жизнь. Кстати, вот это. Нафиг не надо, можно поменять. Парную катану. Я не хочу, я хочу со своим оружием бегать. Может, как-нибудь в следующий раз пройду с каким-то другим. Пока что с этим куча обилок, которые я только назвал. Так, отсюда я пришел, да? Мне это был проход сверху. Да, вот он. Что-то это мне напоминает другую зону. Симметричную. Ловушка. Это ты черный или там еще что-то есть? Походу это он. Почему у меня средняя стойка вдруг? Блин, я забыл про эту штуку. У него третий удар есть. Как там еще был путь? О, привет. Даже
Даже эти черепашки на порядок легче, чем в предыдущей зоне. Почему такая фиолетовая тонка хуже моей? У меня 18 уровень, по 19. Вот ты шаришь, Хелк? Вот эта атака. Значение, оно учитывает фамильярность, то есть если я буду использовать эту тонфу, у меня фамильярность прокачается, знакомство с оружием, и атака повысится, или так и будет 200. Короче, надо попробовать. Надо попробовать. По идее, должен куда-то в начало вернуться. Я хочу посмотреть, не упустил ли я там что-то. Вот только ловушка. Та же фигня. Они так любят тыкву делать. Привет. Вот интересно, если я буду доджить. А, это тоже удаляет реал. Круто. Очень удобно. Чего много тут всего. Понятно, зачем я тут вообще шляюсь по этим катакомбам. Чем лучше моего? Как будто это V4, V6. Это хуже. Вот это лучше. Походу. Сопротивление двигателей хуже. Ух ты. What the fuck is that? Мне надо ему поклониться? Походу... не очень. Лечиться можно? Он будет лечиться? Забавно.
Блин, что-то подобрал, не понял, что. Или это да. В новых предметах оно не указано. Дизгейки. Не, это я давно подобрал. Так, не нашел ни хрена. Так, тут похоже больше ничего нет. Я уже забыл, откуда пришел. Чем такое делать? Что-то глупое. Еще какой-то. О, привет. Против. Мне уже не нужен против молнии. О, тут что-то. А нет, тут старенькая, просто я думал, она не с этой стороны. Думал, что это новенькая. Так, это какой-то спуск. Может, туда, где мы уже были? А это я совсем не заметил. Да господи, все закрыто. Так, это мой костер, правильно? Это должен быть шаркан? Для этого я просто разблокировал все двери. Все закрыты, понятно, стол. И тебе привет. Блин, там только дверей было. Дверей не стать. Судя по всему, мне предлагают вот тут упасть. Начать исследование с этих дверей. Надеюсь, это просто шутка. Но похоже... А нет. Этого сабля. Так, ну видимо это шорткат, то есть все мертвы. Теперь ищи, ищи все двери.
Тут были двери. Больше нет дверей, но там еще где-то были. Там вот тут где-то рядом. Вот. Один. Не то, что. Так 200 остается. Кстати, поэтому забыл прокачать. Тут ничего и нет. Ничего себе, я босса убил. А тайтлов не добавили? Так, я не понял, а куда дальше? Я, видимо, пропустил какую-то важную дверь. Или вообще целый проход. Так, товарищ. Вроде ничего нет. Я вроде тут был или как? Ощущение, что я тут был. Почему все вас трясли? Это не серьезно. Или я отсюда пришел к костру. Да, я отсюда пришел к костру. Вообще никто не хочет мне давать население атаки. Здоровья вроде у меня уже хватает, так что надо 5000. Вот так. Часто. Вот, R плюс 2 сразу. А теперь будет куча мобов на меня нападать. Здесь хотя бы двери не закрылись. О, вот двери. Эти двери. А ты кто? Только я присяду сначала, чем помолюсь. Я-то ここまで来たようじゃない、アンジー。お主の顔を潰すようで悪い。
Может, не надо? Конечно, красивая одежда, что она тебе купила. Может, я как-нибудь сама? Блин, чё, говорить больше не будешь, да? Будешь сопровождать молча? Опять какая-то сила. Ну да, я могу. Блин, не люблю компаньона. Мне надо заканчивать, но это бог. Она будет ходить за мной и восхищаться моей силой разума. А я могу убить, у меня даже HP бар как будто нет. Ого, она всех уничтожает. Там она стрельба. Она знает какой-то, наверное, прикол, как их убивать, что ли? Что она с ними делает? Молнии, что ли? Наверное, на молнии их бьет. Понятно. Вот сама я их тебе. Лол, только я сказал, что мне хватает вроде как здоровья. Меня тут же убили. Можешь его прикончить? Так, а где все рыцари эти один раз только воскресают? Привет, Данте. Я просто собрался уходить. Так. Мы оттуда пришли. Мы оттуда пришли, и ничего не нашли. А как ты мог заметить? Гинчиока, спасатта. Вот это. А, уведомление включил. Да, сейчас уже борт заканчивает, так что. What the hell is going on? I found you. Dono!
Well, I never expected you to follow me all the way to these godforsaken islands. Да, слушай, мне очень понравилось. You will return what you took from me. Я такое не слышу. Не резонирует. This spirit's part of my collection now. Ошибада. А где девушка? До настоящей драки дошло, так она куда-то смылась, да? Вот да все. Вау, вау, вау. Кинул движение. Странно, впрочем, как у всех ботов. Чувак, у тебя стамины не осталось. У меня тоже, кстати. Гибрить. Гибрить. Давай-ка в среднюю стойку ставим. Это он оружие, что ли, бафает? Вообще ничего не могу с ним делать. Вау. Как у тебя, блин, ударов поменялся. Лол. Грёбаный стыд. Вообще босс или не очень? Ой, я затупил. Серьезно, блин? Игра? Игра, блин, what the fuck? О, и девушка пропала. Да главное, он не убивал меня, не убивал. Вообще, изи все было. Потом бац, все. А где моя птичка? Уже 8.
Ему просто нужно убивать стамину и все. Ну, я так и вижу. И похоже... А, вот у него какие-то новые атаки появились. И вообще-то еще второй хэллоу HP бар окажется. Так, ладно. Ладно. Почему у него здоровье восстановилось? What the hell? Не спрятался. Походу у него вторая стадия. Он как-то лечит здоровье. И у нас больше урона. У меня есть скиллпоинты, кстати. Low stencil. А low света дочь, он же пожил. Так, теперь я походу все потратил. Больше тут ничего не могу купить. Тут появилось что-то, на удивление. Америка. Не думаю, что это Йокай, но... Тут был. Йо-йо-йо, хорошо я полечился. О, чёрта. Там другая менюшка. Так грёбаный стыд. Ты ж стамины нету. У меня низкая стойка. Вот эта штука его лечит, что ли? Не достану. Что, я теперь всегда буду застанем? А нет. Что, простите? Куда это пролетело? Кто-то слева. Какой-то босс-тролль. Сначала легкий, потом убивает.
Так всегда немного оставалось, еще самый первый раз немного оставалось. Вау. Хилок нормально, просто не надо спамить, как я. What the hell? Почему я его не за... запостил? Не, ну какой-то бешеный. Что с этим делать вообще? Не знаю. По-моему... Впрочем, ладно, все боссы тут бешеные. Все как будто рандомно нападают. Что это ты, блин, делаешь? А, все, оно прошло, да? Жопу. Серьезно? Пять. Серьезно, все? Это мне просто не везло, что ли? Броня, что за броня? Нет, розовая какая-то броня была. Вот. Она супер тяжелая. Так, Тонфа. О! Тонфа прокачалась у него. Это было... Это 215, это 211. Понятно, просто... Короче, надо прокачать, и это будет лучше. Хык-хык-хык. Чё, а поговори с ним. Чё он дышит? А, вот, поговорим сейчас. This spirit guided me to the Amrita. То есть он подрался по фану и все, и ушел. Я какой-то ключ нашел, так не нашел, какую дверь она открывает. Только. Здесь у меня ключ останется после миссии. Мне дадут новую крашу? Юха, я... Не бегаю с мечами. В чем? Тонога икоку ни шуппе шта ночи. Тайко Хидеёши-сама га ятте кимашта.
太后様を拒み自害したとして、殿は立花の民はどうなるのか。子を失いし我が身、この先長くはありますまい。しかし殿と力を合わせ民を守る、今はそれだけで嬉しゅうございます。короче, вместо материнства она выбрала войну. Мне дали собачку? Блин. Тебе дали по собачке. Я один дрался, всем дали по собачке. Possessed. А стоп, мне еще... Такое сообщение было и раньше. Может, мне еще какого-то спирита дали? Я даже не заметил. Надо найти костер и посмотреть. Вообще, я сейчас заканчиваю. Да. Мастер Ханза. Бла-бла, спасибо, спасибо. А вот, вот этот меч. Криптон. Чашка. И все. Все, у нас 2000 душ. Для целой миссии. Помню. After all, samurai. То есть я могу выполнить это в Quillite теперь? Это вообще новые какие-то Quillite миши. Походу они обе новые, ха. Ладно. Можно корабль? Вот я хочу шрайн. Отлично. Инкарден Спирит. Да, точно, у меня их три. У меня их было два, я не замечал. Булл Спирит защищает от неудач. Поглощает негативный ки. Я думаю, это чи все-таки не ки. Просто ничего полезного не написано. Spirit required. Что? Evasion key usage. Уменьшает. И, а это увеличивает жизнь на целых 200, кстати, вот дофига, это 8 уровней. Это усиливает Living Weapon, Might, the speed at which the Living Weapon decrease. А, это как раз таки плохо. Тут не написано, дыхаю. Нет. То есть это большая скорость, это плохо. Странно, конечно. Usable time. Конечно, можем пробовать. А этот что дает? Dash Endurance. Dash Endurance? Что? А, понятно. Это не очень полезно. Это какой-то не очень полезный питомец. Но их можно апгрейдить или что?
Или что такое Spirit Acquired? Не сам спирит, можем вот этого, короче, попробовать, как его. Я его уже выбрал, что ли? Уже да. Спирит. А, вот, я прокачиваю. Вот это надо прокачать. Чтобы разблокировать, но мне кажется, она того не стоит. Так, ну с этим булом мне точно жизни не очень нужно. Ладно, на сегодня, все. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Кого там захватить можно? Пока одно так. I mind. Не знаю даже, кого захостить. Может, Довервоч захостить? По приколу. Я хочу Валки. Для разнообразия. Мне надоели эти Dark Souls. Захостишься или как? О, все, пока.